школе с 2017 за плечами 5 основных ступеней, 2 самана, 2 десятка СНГ, многоплатных, бесплатных вебинаров и марафон. Вначале я видела все в розовом свете, всему восхищалась, удивлялась. Не заканчивайте это. Сейчас есть восхищение, удивление, все прочее, только более степени. Правильно. Не хочется, как раньше, читать мантры, выполнять СНГ, просто наступила апатия. Тоже правильно. Я сейчас выполняю определенные практики, работаю иногда увеличение астральной энергии. Скажите, что со мной не так и так должно быть? Это самолет. Вы перешли в состояние самолета. Если вы переходите, если вы автомобиль, то ему нужно очень много толкать, включать бензины, там много читать и так далее. А когда человек переходит в состояние самолета, ему нужно лететь. И вы, видимо, перешли в состояние самолета. Когда человек переходит в состояние самолета, ему не нужно читать мантры, ему не нужно все время отрабатывать собой. Состояние самолета — это просто жизнь. Начните просто жить, не выполняйте там 3-5 месяцев никаких эзотерических практик, кроме восхищения, удивления, радости. И ваша жизнь, она развернется, и вы, видимо, сейчас пришли именно к этому, что, будучи самолетом, уже не нужны колеса, уже не нужны эти практики, бензин и так далее. У вас выросли крылья, просто летите.